Огромный армрестлер против бодибилдеров. Ты переходишь в бодибилдинг, правильно? Да, я 160-170 килограмм наберем. Денис Гусев завершил карьеру, но все еще в лютой форме. Компанию по какому-нибудь фармакологии ты себе спонсоры привлечешь. Максимум они тебе будут, ну, наверное, в хорошем итоге фармы давать сколько надо. Ну, если ты прям совсем классный будешь, они тебе еще денежку будут давать. Возможно, самый громкий турнир этого года с впечатляющими призовыми. Бодибилдинг за первое место получает полулям. Classic Physique 400 тысяч. Ну и наконец, друзья, говорим как есть, без истории о натуралах и наборе на яйцах и твороге. Я говорю, у меня вот реально просто мурашки по коже бегают. Мурашки по коже у тебя от твоих дозировок. Я все это знаю. Я уже второй раз побывал на сходке, большом мероприятии для бодибилдеров, которое организует Павел Боев. На этот раз совместно с Oxy Team, которые ближе к концу года проводят свой первый реально крутой турнир. Смотрите этот выпуск до конца, друзья. Я сегодня расскажу, как можно будет заработать несколько сотен тысяч рублей просто благодаря своей классной форме буквально через пару месяцев. А также покажу действительно впечатляющих атлетов в перспективе героев моего канала. Поэтому буду ждать ваши комментарии, вашу обратную связь, кого вам будет интересно увидеть в моих следующих выпусках. Многие, которые спрогрессировали из-за генетических моментов, то есть сейчас они были... Дозировки просто повысил, я понял. Друзья, всем привет! Мы находимся в Москве, в фитнес-центре «Профипамп», на сходке. Мы сейчас находимся в мекке российского бодибилдинга. Точнее, в клубе «Профипамп». Это уже такой достаточно известный проект, который я создал лет 5 назад. Сейчас мы наращиваем, так скажем, обороты. Паша Боев и Oxy Team. Совместная тусовка, движуха, тренировки, позирование, общение. Вот, и это только самое начало. Очень много тестостерона здесь, очень много скачанных ребят. Сходка единомышленников в «Профипампе», где единомышленники заряженные, все красивые. Ну, я вижу, да, что тут все заряженные прям. Все заряженные. Когда кого не посмотришь, все заряженные, да. Просто реально тестостероновый день, 15 сентября. Комнаты этого чудесного зала пропитаны реально сейчас потом, да, и тестостероном. И сегодня мы решили сделать бесплатный семинар Денис Гусев. Будем раздавать кучу ништяков. Опять же, мы запустили спортивное питание от Oxy. Сегодня будем тестить, опять же. Сегодня у нас трудится за место Виталия Угольникова или Приста также легендарный спортсмен Денис Гусев. Это специальный гость нашей сходки. Семинар уже начался. И, в принципе, количество звезд сложно долго перечислять. К вечеру должна приехать старая школа, Сергей Тронов. Надеюсь, что спортсмены сегодня встретятся с друг другом, пообщаются, короче, наберутся опыта. Знаешь, это просто, как бы можно сказать, тусовка, которая посвящена фитнесу и бодибилдингу. Слушайте, серьезно, я не зря предварительно столько рассказывал об этой сходке. Посмотрите, сколько здесь атлетов. Уже известные бодибилдеры, те, которые только набирают обороты, и по-настоящему медийные атлеты, например, Денис Гусев. Он, к слову, не так давно объявил, что завершает соревновательную карьеру. Понятно, что уже давно не выступал, но теперь решение принято окончательно, вроде как. Но при этом, вы сами видите, Денис все так же остается в отличной форме. С Денисом мы потренировали спину, форма отличная, учесть то, что он не выступает уже 3 года, насколько я помню. Форма отличная, можно прямо сейчас на сцену. Отличная форма плюс узнаваемость равно хороший доход. Прекрасный контракт с Бомбар. Одна интеграция в месяц и куча денег, понимаешь? Просто потому, почему я им нравлюсь, не знаю, потому что у меня имидж какой-то, который мне нравится. Ну, я тебе сказал, 700 тысяч сейчас я получаю. Я не буду говорить, какой бренд сколько мне платит, но в общей сложности 700 тысяч у меня выходит. Но это Дениса Гусева уже знают. А есть ведь очень перспективные атлеты, которые пока только набирают обороты. Например, Никита Полехин, чемпион страны по юниорам. Парню 19 лет, 200 жмет, 250 тянет, приседает 240 на разы. Машина просто. Уже давно с ним на связи, планирую позже рассказать о нем больше. Это я все к чему. Вне зависимости от того, вы уже известный атлет или пока только набираете обороты, что на сцене, что в медиа, да, скоро состоится турнир, который может просто перевернуть вашу карьеру и вывести ее на новый уровень. У нас сегодня сходка, не просто сходка, она посвящена нашим соревнованиям, которое пройдет 24 ноября, Гран-при Oxy. Мы сейчас стараемся максимально сделать движняк, посвятить все внимание нашим соревнованиям, потому что наши соревнования, они будут набирать обороты, и я думаю, что через несколько сезонов топ именно номер один по турниру, это будет Гран-при Oxy.
Это, пожалуй, тот самый случай, когда я жалею, что я не выступающий атлет. Потому что выйти на таком турнире, побороться за реально крутые призовые, проверить себя на максимальном уровне конкуренции и, возможно, получить путевку на турнир, где есть шанс выиграть прокарту, ну это же реально круто. Но давайте вернемся к скотке. Дмитрий Ишанькин с супругой, они тоже здесь. Это профи Памп Фитнес, здесь классно, круто и здорово, потому что здесь всегда собираются все самые накачанные качки. Дмитрий выступил ведущим конкурсов, по большей части на выносливость, что, как вы понимаете, ну не то чтобы сильная сторона бодибилдера. Но что насчет армрестлеров? Огромный Валерий Чубатаро, он тоже здесь и тоже до последнего боролся с силой притяжения. Если я не ошибаюсь, у него в руке было 7,5 килограммов. Продержать гантель нужно было на вытянутой руке 2 минуты. Что сказать, Валере пришлось непросто. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
набор и сертификат на 7 тысяч рублей. Твое заявление, ты переходишь в бодибилдинг, правильно? Да, я подумал набирать это там 160-170 килограмм наберем, мышечную массу и худеем обратно. Буду бороться и буду выступать на сцене. Отлично, совершенно отлично. Собираются спортсмены. Вот. У нас тоже надо делать такие тусовки в Обрестниках. Тоже было бы неплохо собирать такие мероприятия. И у них здесь много девочек в бодибилдинге, смотрю. Но в целом, как я уже говорил, концентрация тестостерона тут, конечно, зашкаливала. Что уж тут скрывать. Что ты делал летом? Что ты прибавил сколько? Я прибавил в общей сложности чистых 15,5 килограмм. Мы грамотно скомпенсировали. Такая вот рекомпозиция пошла. Присед в яму был 220 на 8. Жим был 165 на раз. Слушай, ну ты говоришь рекомпозиция. Сколько миллиграммов рекомпозиции надо ставить, чтобы так прибавлять? Однозначное впечатление. Я был приятно удивлен, что было настолько много людей на сходке. И да, круто, что в календаре турниров стало на одну громкую дату больше. Как бы событие яркое, ребята, как обычно, Паша, да, ему реально огромное спасибо за такие тусовки, что создает лучшие атлеты страны. Каждый может приехать и передать реально свою энергетику, свои эмоции. Я говорю, у меня вот реально просто мурашки по коже бегают. Мурашки по коже у тебя от твоих дозировок, я это знаю. Движуха снова поднимается, так скажем, потому что я прекрасно помню, после 17-го года как-то все вниз-вниз-вниз скатывалось. И вот сейчас по новой ребята начинают вот это вот развивать. Ну, сейчас призовые растут с каждым разом, и это прям радует спортсменам. Очень хорошая поддержка, мотивация, что можно существенную уже сумму выиграть, а не как раньше конвертик положит 1005 рублей за абсолютку. Вот, эта конкуренция, это и дает вот этот вот толчок к развитию. Я не ожидал, что будет настолько много народу. И самое главное, сегодня мы сделали то, что мы хотели. А что это значит? Мы познакомили людей с нашим брендом OxyTeam, с нашим спортивным сообществом, который сейчас на данный момент делает больше, чем кто-либо. Я рад, что люди оценили. Самое главное – это наш турнир 24 ноября. Бодибилдинг за первое место получает полуляму. Классик физик – 400 тысяч, мэнс физик – 300 и так далее. Не будем все рассказывать. Спонсором будет выступать OxyTeam, наш хороший призовой фонд. Плюс, помимо призового фонда, ребята еще оплатят абсолютным чемпионам поездку за прокарты. Мы оплачиваем проживание, билеты, участие на соревнованиях. И опять же, у нас будет целая делегация, то есть человек не будет один туда ехать. Это, я считаю, для меня как спортсмена, если бы мне это такое сделали, это просто лучшие условия абсолютно. Человек, который стремится, спортсмен, он обязан участвовать на наших соревнованиях. Пока известно, что мы взяли крутую площадку, на которой проходил гран-при не один раз. Это уютная площадка, бывший главклаб, последние разы называется фанбейс. Мы готовимся и хотим, чтобы этот турнир был особенный в нашем графике. Мы давно не делали 3 турнира за один сезон, за осенний. Для нас это будет впервые. Будем делать по максимуму, там посмотрим. Народ было много, больше, чем все предполагали. Интервью 10 я точно дал. Ну, я рад, я для этого все и делал, в принципе. Только для того, чтобы всем все понравилось, было круто.
Хотя все говорят, куда уж круче. Вот теперь мы думаем, блин, следующую сходку, что еще можно сделать. Но идеи есть, и мы скоро расскажем. Там будет просто бомба весной. И также отдельно хочу отметить и поздравить Павла Боева с наградой лучшему тренеру мужских номинаций юбилейного гран-при NBC 10. Павел пополнит свою коллекцию наград специальным кубком NBC на предстоящем самом масштабном NBC 11 Expo. Всем подписчикам канала Андрея Луценко передаю привет. Это самый лучший канал, самый лучший контент. От души. Респект. Очень много мотивации. Те, кто здесь не присутствует, то обязательно в следующем году приезжайте. Что могу сказать? Реально крутая сходка. Спасибо Павлу Боеву и Oxy Team за то, что пригласили и за то, что организовали такое мероприятие. Все ссылки я оставлю в описании. И также, друзья, еще раз напомню, турнир Гран-при Oxy состоится в ноябре. Все подробности в описании. Не упустите свой шанс. Тренируйтесь, держите себя в форме и спасибо, что смотрите.